Неужели ты построил раздатчик, чувак? Я? Не. Нет. Строй раздатчик, блядь! Все, отлично. Сейчас я пойду. Нет, мне не нужно идти. Эх, как же снайпер будет раздатчик-то строить, Духус. Опа. Это ты, да? Я заснял, я заснял. Нет, не ты. А, чё я туплю? Чё ты там сделаешь? Ой, блин, а я застрял. Я застрял! Я застрял! Кстати говоря, ты в красной команде, да? Я? В синей. А ты в красной? Ах ты же этот самый волосатый. Что? Меня просто перекинуло. А ты за нас назад не сможешь зайти сейчас? Пока нет. Ай, блин, жалко. Я тебе хотел один прикол показать, в принципе. Можешь подойти к нашему респауну? А, ты чё, меня там сразу сольют, ты чё? Не, ну серьезно, можешь? Не, не смогу, я просто сейчас этот инженер, и мне нужно помогать чуваку, который рядом. Ну, а за спайни судьба зайти? Ну, у меня тогда все в жопе будет, а у него нет турели. Точнее, есть турель, только она стоит в секретном месте. О, большое дело. Блин, слушай, я застрял, я застрял. Не знал, что тут есть протекшн от такого. Ой-ой-ой-ой-ой. Не стреляй всякими лучами, я подумал, что ты спай, чувак. Ха! Вот сюда нужно смотреть и слушать то, что я говорю, понятно? Я Путин, мадафака. А если вам что-то не нравится, идите. Блин, спай, ёб. Ладно, я за тебя перейду посрать. На какую кнопку там было? А, я не могу за тебя перейти. А, мы играем 13 на 13. Ага. По любе не смогу. Так, и сейчас. А, окей. Да черт подери, блин, давай. Чё ты там, орешки кушаешь? Поедатель орешков. Я сейчас. Чувак. Блин, какие у тебя там ужасные звуки, а я вообще-то заснял. Mm-hmm. Вообще-то, если ты не знал, я снимаю видео, а ты что-то фейлишь. О! Мы что, уже снимаем? Мы давно снимаем.
Ебаться в телевизор. Лол. Так ты же сам попросил прав включить, я уже давно его включил. Так ты не это, не забудь вставить пафосный комментарий. Прям какого гатуна. Не, знаешь что, я это как его. Я трол фейс поставлю, слышишь? Нет, у меня просто реально проблемы с выговариванием. Не ем. Ох ты ж собака. Не ты собака. Что? Не ты собака, тут другой собака есть. Что? Собака! .ру А что? А ничего. Помог бы нам. Ты вообще в другой команде. Как ты угадал? Да. Ух ты. А меня только что вальнули. Я заснял. Troll face, motherfucker. Да ладно. Короче, к нам никто не идет, ладно, я в любом случае иду за... Комитас, бро! За новую команду. Фу. Комитас, бро. Не можем, блин, понимаешь? Черт, вот это, слушай, пипец, такие баги. Лаги. Баги. Один хрен. Оу, серьезно? Ух ты ж. Вот это был прикол. О, жесть, ты бы видел, как я завис, пипец. Connection problem. У тебя тоже? Да. О! Нет, меня уже убили. Пипец, вот это говно, сервер. Не играйте на этом сервере. Сервер nike.team.com.eu совмил 24/7 fast respawn говно. Я заснял. Все, что я могу сказать, ебал, я в хуй на таком говне играть. Играйте на нем вы. Ой, иди за нас быстрее за нас иди, слышь? Комитас, бро. Давай, иди сюда, быстрее, 14-15, давай быстрее за нас. Ну хорошо, иду, я сейчас иду к вам. Нет, блин, нажми на Ю, или на что там тебе нужно нажать? На Ю нажми, на Ю! Фу, я нажал на Ю. Ура, ты нажал на Ю. Фу. Истинные джентльмены всегда сохраняют покерфейс на своем лице. Оу-е. О, у меня, кстати, гитара есть, что-то я тупанул. Или это не гитара, что это вообще такое? Фу. Ха-ха. На тебе говно! Ой. Да, кстати, за этого засранца играть очень прикольно. За какого? За скаута. Ой, блин! Я заснял. А, черт. Ого, у меня такие лаги, пипец. Connection problem. Да, слушай, давай выйдем с этого сервера. Угу. Так, поиск серверов. Сейчас я
У меня 10 пинг вот на этом сервере. Короче. Так. Фрап свич включен. Фрап свич включен, да. Так, сейчас, подожди. Найду нормальный сервер. Вот. Серф сервер. Ковка. Подсоединиться сейчас. Ой, блин, лагануло что-то. Вот, короче, подсоединяйся. Я заснял. Да, мне срочно нужен мой друг. Ты о чем? Ты о каком друге говоришь? О таком друге, который мне даст 4... 4 рефа за ярость. Обычную. Я не понял, какой друг. Марк, 1, 2, 3, рус, знаешь такого? А, Марка знаю. Я думал, ты про своего волосатого друга говоришь. Что? Я надеюсь, ты ведь это вырежешь, да? Уже отправка сведений от клиента. Все, я зашел. Надеюсь, тут будет нормальный пинг. Надейся и жди. Ах ты ж писюнишечка. Кстати, офигенный сервер, если что. Звук нормальный. Я заснял. Угу. Я тоже так подумал. Я посерфлю. Ого! Ты бы видел вообще. Что сейчас только что было? Кстати, ты заходишь на сервер? Да. Ты знаешь, много вещей я видел в играх, но никогда не забуду Данте с розой в зубах. Не, Данте вообще мега крут. Мега крут? Это слишком слабо сказано. Он... У него большие яйца. Как минимум. Я, кстати, когда мне было лет 7, я дико фанател от этой игры первой части, вообще жопа. Потом вторая вышла, третья вышла. И вот четвертая. Вот я четвертую скачал вчера, что-то у меня какой-то лаг, потом удалил ее. Сейчас скоро, может, опять скачаю. Или третью опять пройду. Знаешь, я в третьей дико застрял на уровне там, где нужно со своей тенью мочиться. Я в третью дико не играл, но дико поиграю. Я тебе отвечаю, третья самая лучшая часть, которая вообще есть. Там, если честно, там... Не хочу быть с графа-дрочером, но там хорошая графа, по моему мнению. Особенно если скачать еще текстур-патчи. Жесть. Прям как в Майнкрафте. Да ты задрал меня, убиваясь. Фу, я думал, ты сейчас скажешь, да ты задрал меня, как в Майнкрафте. Блях. Ой, собака. А, нет, все, я сдох. Are you a spy? Yes. Фу, я так и думал. Yes. Yes! Yes! Ты, кстати, где там? Фу, подключай. Чё так долго-то, ё-мо? Какой твой самый любимый мем? Что?
Мем какой-то мой самый любимый. А что это такое? Мем. Ну, допустим. Теоретически. Теоретически. Веджинир это мем. Пеннис Капкейк это мем. Симон это мем. Нуанкет это мем. Мой самый любимый мем это Спанч Боб. Фу. Я крут, да? Нет, погоди, что конкретно в отношении Спанч Боба является мемом? Его рожа, зубы. Его желтоватость. Если форсануть, то может быть выйдет неплохой мем на самом деле. Но только если форсануть. Так форсани. Ну, форсит мемов и так чересчур много. Чё это за батва вообще какая-то? Lay me time it out. Time out. Попробуй еще раз перезайти. И чё у меня за ник сле, блин? Сле, блин. Сле. Сле, блин. Сле, блин. Что? Президент сле, блин. Ой. Не, на самом деле, у меня какой-то ник сле, блин. Не, просто сле. Без блин. Просто сле. А блин это блин. Сле, блин. Злая печенька. Злая печенька. Печенька злая, злая печенька. Отлично меня вынесли. Я уже тебе говорил, что... Ой, фу, ноу матч фор ми. Что это было? О, ты в какой команде? Красный. Тебе повезло. Ты гру... Тебе... О, всё. Тебе крупно повезло, чувак. Да, нам круто. Да, нам крупно повезло, мы на серфе. Ну я знаю, я специально серф взял. А зачем? Вопрос такой. Офигенная карта, мазафака. Чё-то давно я серф. Да блин, вот уродец вонючий, я ему яйца оторву скоро. Всё, сейчас заспаю, прихожу и нахрен все ломаем там. Ух ты, ух ты. Только не... Да, блин, опять! Чё за херня? Ёкалный бабай, блин. Шалам алейкум, блин. Анша Абдулькин. Бибуронкин. Баранкин Бибуронкин. Ух ты. Ух ты. Кстати, ты знал, что Анша Утюх это то же самое, что Анша Абдуль? Что? Ты знаешь, что такое Анша Утюх? Нет. Ты знаешь, что такое Анша Абдуль? Нет. Ты знаешь, что такое Анша Биборан Абдуль, Анша Утюх Биборан? К чему такие вопросы? Не знаю. На тебе. Да ты собака, собачка. Хотя у меня проседает FPS. Причем жестко. И у меня болит уши от наушников. О, отлично, меня убили.
Хил Биборона не пропьешь. Да опять собака какая-то, понимаешь? Я чуть-чуть не попал в хедшот Хэмон. Why? World, why so unfair? Dead. Ай, блин. Я не знаю, может уже прощаться будем с нашими дорогими зрителями. Всем привет, дорогие зрители. С вами Гагатун. О, боже. Ладно. Ну что ж, слово Ламы. Что он скажет по этому поводу? Всем пока. Да. Биборон.